Эй, йоу, привет, это Дава Дым, это Клео, которая не любит на камеру, она больше такой, как серый кардинал, да? И как вы видели, у нас есть вот такой вот пакет, собственно, да, давайте посмотрим, что в этом, пакете кальян Веспер. Да, обзор должен был выйти давно, но мы его, конечно, уже разыграли, этот кальян, без обзора, поэтому сегодня просто обзор. Это кальян Веспер. Охуительный кальян, я вам сразу скажу. Не ржа плюс титан. Все супер, круто. У нас в первой коробочке идет колба. Колба чисто весперовская, не какая-то покупная и все остальное, да? И идет, собственно, вот такая вот коробочка с самим кальяном. И это пиздец как тяжело. Опа, вот так вот достанем. Модель у нас Орион. Так, чашечку я не проебланил. Чашечку я уже забил. Новый вкус сдав тарафики. Прокурить, потому что я его еще не курил, нахуй, ебать. Сколько времени прошло с выставки, а я его еще не покурил. Так, давайте, собственно, смотреть, что у нас есть в этой коробочке. Мы вот так вот грандиозно все это открыли. Бамчик. А, тут у нас идут наклеечки. Такой стикер-пак. Веспер хуеспер. Your next hookah. Типа твой следующий кальян. Design by Vesper, блять, как это мощно, нахуй. Идет вот такая вот вкладыш, такая крафтовая бумага, что к чему. ТРРМ, ссылочки, QR-код. И, собственно, маленькая техническая информация. Давайте ее зачитаем, потому что я люблю такие вещи читать. Поздравляем, теперь вы обладатель кальяна Vesper. Каждая деталь вашего нового кальяна была тщательно проверена. Кстати, да, стружки я в нем не нашел. И протестировано сотрудниками технического контроля. О чем свидетельствует данный сертификат соответствия... А, это сертификат соответствия качества. Гарантия на все металлические элементы составляет 3 года, за исключением случаев, когда на деталях присутствуют следы внешних механических повреждений. Механических. То есть, если я его уебашу с крыши, то мне Веспер ни хрена не поменяет, да? Мы гарантируем качество склейки стекла и металла, но, к сожалению, не можем защитить колбу от ударов и падений. В связи с этим гарантия на стеклянную колбу не распространяется. Мы уверены в своем продукте, а сейчас и вы можете оценить по достоинству качество исполнения и курительные свойства кальяна Веспер. Welcome to family, добро пожаловать в семью. Саня, ну а хули ты что ли, блядь, здесь? 18+, товар не подлежит обязательной сертификации, да, окей, окей, Веспер, окей, погнали, что у нас здесь есть, так, давайте я всю макулатурку вот сюда уберу ненужную, давайте, собственно, смотреть, у нас есть вот такое блюдце, кстати, блюдце прям реально тяжелое, бля, его можно реально прям как Райден вот так вот кидать за место шляпы, да, и оно будет отъебашивать голову всем абсолютно, здесь также блюдце обладает эффектом Wi-Fi, то есть, если блюдце положить рядом с Wi-Fi, то интернет как бы ускорится, и вы сможете нормально поиграть в Minecraft, да? На самом деле, я долго думал, для чего эти прорези, типа, стильные, типа, они могут показать, что у них есть дополнительное оборудование, но потом я понял, что на нее очень удобно складывать уголь, и он не скользит к центру, как бы, да, к центру чашки, к центру блюдца, и не поджигает вашу резинку, либо, конечно же, салфеточку, да? Далее. Есть вот такое основание, но его не достать, потому что открывается все вот так вот. Прям, блядь, реально я себя чувствую каким-то киллером, да, там мне оружие дали, блядь, я готов разъебывать абсолютно всех. Вот такая вот у нас вещичка есть, да. Давайте, собственно, смотреть. Есть мундштук. Он реально тяжелый, почти вроде 500 грамм, полкилограмма за мундштук. Это очень мощно. Он очень красивый, стильный и удобненький, да? Также по обработке все абсолютно идеально, все абсолютно охуенно. Нет никаких засечек, мусора и всего остального, да? Так, основание шахты, это реально прям... Ой, это грязь, это потому что я на нем курил, да. Забыл помыть хорошо, ну ладно. Веспер, логотипчик типа Феникса, либо огненного петушка. Как вы видите, здесь очень интересная конструкция, и вы скажете, блядь, в чем здесь прикол? А прикол в том, что здесь так же, как и на многих сейчас кальянах, вертикальная продувка, но вертикальная продувка вниз. То есть он продувается по колбе, и это нихуево выглядит.
Собственно, как бы я ни пытался раскрутить вот эту членомафию, да, но до шариков так и я не смог добраться. Если западет шарик, либо что-то там произойдет, то нужно, походу, будет его отправлять, чтобы раскрутили, потому что я пробовал, и нихуя у меня, честно говоря, не получилось. Но так как Веспер уверен в своем производстве, конечно же, я думаю, что там, в принципе, ничего не произойдет, да? Идем, собственно, к коннектору под шланг. Он вроде бы без магнитиков. Он без магнитов. А в новой версии, которая уже появилась у Веспера, там уже есть магнит. Вот, вспомнил. Давайте, собственно, это попробуем вот сюда вот накрутить. Вот так. Крутится охуенно все. Прям гладенько, приятно. Вот так вот, собственно, у нас будет выглядеть основание шахты. Так. Давайте сразу тогда прихуярим верхнюю часть. Декоративная часть, она у нас тоже из нержи плюс титан, добавлением вроде бы все очень круто, обработка идеальная. Все резбушечки прям идеально подходят. А, этот звук, блядь. Вот, все вот так закрутилось, и все вроде бы пиздато, да? Нижняя погружная трубка, она самого оптимального диаметра, и у Веспера есть... Собственно, как вот такой вот хороший качественный диффузор с дырочкой снизу. И, собственно, да, тех, кто любит, чтобы побурлело и поплотнее заходило, да, собственно, есть вот такой вот. Я, конечно же, предпочту покурить на более классической тяге, нежели чем с диффузором, потому что диффузоры я не очень люблю. Вот так, кто у нас все закручивается. Как глушитель нахуй прикрутил, да? Так, идем далее. Так. А, все, бля, разобрался. Так, сейчас, секундочку, я вас вот сюда поставлю. Давайте, собственно, мы его дособираем. Так, нижняя погружная шахта закручивается вот сюда. И получается у нас вот такой вот, собственно, красивый, аккуратный кальян. Так, далее мы ставим блюдечко и закручиваем вот таким вот портом под чашечку. Все встает идеально, ничего в принципе не болтается, все закручивается хорошо. И до чего там подъебаться, какие-то недостатки я просто в нем не вижу, да? Единственные недостатки могут быть, наверное, тем, кто не любит колбы на резьбе, потому что колба здесь чисто весперовская, сделана в Европе из идеально кристального стекла. И все остальное. Вот, собственно, коннектор под шланг. Да, нет резинки, но есть хорошая притирка. Так, шахтой мы разобрались, в принципе, да? Сейчас мы это все вот сюда положим. Ну это можно будет сюда убрать, но, в принципе, нам не нужно. И давайте, собственно, разберемся с вот этой коробочкой, что к чему. Что у нас там за колба и как она выглядит. Так, шланг. Шланг классический, soft touch. Ничего, в принципе, интересного в нем нет. А вот колба. Да, это такие технические проблемки, да. А вот колба, она мне нравится. По внешнему фактору, по красоте. И, конечно же, по тому, какая она прозрачная и без косячков. Собственно, давайте, пока мы это сейчас вот так все закрутим. Опа. И кальян, собственно, у нас будет выглядеть вот так вот. К сожалению, в комплекте я не нашел резиночку под чашечку. Это, в принципе, единственная резинка, которая должна быть. И не нашел никаких дополнительных деталей, хотя их здесь тоже как бы и нет. Шарики, да ты хуй до них доберешься только через сервисную службу, грубо говоря, Веспера, да? Вот так вот, давайте. У меня сейчас почти уже угли подошли. Я сейчас наполню кальян водой, заебашу угли. Мы прогреем нашу чашечку и, собственно, раскуримся. Так,
Я вернулся, рафики пиздатый вкус. Рафики же, рафики удав, там мне очень понравился. Первый сделал тяги, мне заебись. Так вот, давайте, собственно, смотреть, как он выглядит у нас в сборе вместе с чашечкой, да. А, выглядит круто. Прям здорово, интересно. И давайте, собственно, попробуем его продуть. Прикольно, весело. А с такими кальянами я очень хорошо и долго поработал в городе Омск. В кальянной «Давай покрепче». И я там пытался выпалить такую вещь. Не марает ли клапан, собственно, колбу, основание и все остальное? В принципе, нет. А вода, хуеда по нему не текет, не течет. И, в принципе, этого будет достаточно. По тяге с такой, такой насадочкой, как бы, типа, усиление, бурление и всего остального, не диффузорное. Все курится очень круто, очень здорово. По тяге примерно как Мэтт Пир, возможно, чуть-чуть покомфортнее, чем Мэтт Пир. А, и теперь, наверное, самое главное, да, что вас, наверное, больше всего интересует, это цена. Так, смотрите, цена. Шахта плюс колба 16 тысяч рублей. Дороговато, но этот кальян того стоит. Он реально того стоит, чтобы заплатить за него 16 тысяч. А также есть варианты шахта плюс цветная колба 16 800. Мундштук отдельно 1800 рублей. То есть примерно с прозрачной колбой все выходит в 17 800 рублей. И я думаю, оно того будет стоить. А также у ребят есть два варианта шахты, то есть можно сделать на резьбе, можно сделать на притирке. А потом, что еще? Ну да, все в принципе. А, довольно-таки интересно, согласитесь, ребят. А, колба продувается вообще беспроблемно. Вот. Все, вуаля, колбочка чистая, никакого застоявшегося дыма тоже нет. Из минусов, наверное, это все-таки не общедоступная цена на кальян. А, конечно, было бы круто, если он стоил бы 12 тысяч, да, и многие могли бы себе позволить реально хороший кальян. Все очень здорово. Веспер молодцы. Так, ну, я думаю, все, с Веспером мы закончили, да? Напишите свое мнение по этому кальяну, кто с ним работал, кто на нем курил. Реально, текло ли у вас с продувки вода, сироп, соки и все остальное? То есть, да, напишите, возможно, я просто не заметил, возможно, мне реально с этим повезло. А вам, может быть, не повезло. Поэтому жду ваши комментарии, что вы думаете. Ну и, конечно же, собственно, заходите поюзать, какие модели у Веспера есть. Еще ссылочка на них в описании. Так что всем пока, ставьте лайки. И не забывайте про прошлое видео, там есть нехуевый конкурс. Чао!